Шум от вентилятора – единственный, который можно услышать сегодня в телецентре. Раньше оборудование было ламповое, его охлаждали установки. Работали так громко, что закладывало уши, делятся воспоминаниями ветераны предприятия. Когда я пришла, еще черно-белое телевидение было. Потом цветное телевидение появилось, а сейчас уже и цифра. Современная техника и технологии появились относительно недавно. А вот свою историю телецентр Нижнекамска начал еще в середине прошлого века, в 69-м году. Надежда Чернова – настоящая легенда стратегического объекта. Здесь она работает уже 45 лет. Ветераны, они именно служили, создавали наш телецентр. И мы рады этому событию. Хочу их поздравить с этим событием, потому что без их участия не было бы нашего телецентра. Поздравил коллектив с полувековым юбилеем руководитель аппарата Совета Нижнекамского муниципального района Артур Сафин. Ему рассказали о ТВ-вещании. Сегодня 8% республики, это 305 тысяч человек, смотрят телевидение благодаря нашей вышке. В зоне вещания 124 населенных пункта. На сегодняшний день мы можем похвалиться, что мы уже включили цифровое эфирное телевидение, два мультиплекса, то есть 20 каналов, и уже мы эту работу фактически завершили, и надеемся, что мы с 3 июня уже окончательно включим, выключим аналоговое телевидение и будем смотреть цифровое эфирное телевидение. За полвека работники телецентра не раз бросали себе вызов. Только при них поменялось 4 поколения телевизионной техники. Сегодня главная задача – благополучно завершить переход на цифровое вещание.